Здравствуйте, посетители моего YouTube-канала. Сегодня я вам представляю колье. Винтажное колье в форме оплечья. Изделие винтажное 70-х годов с оригинальными стразами. В стиле Аврора Бореалис. Изделие чехословацкое изделие. Вот, стразы выполнены со специальным напылением. Вот, это изделие с множеством кованых элементов. Вот я вам показываю. Вот цветочки, листики. Еще раз цветочки. Так, и здесь тоже вот цветочки у нас есть с листиками. Сам крепеж выполнен на бижутерном сплаве без никеля. Вот он, крепеж. По крепежу можно тоже понять, что это изделие 70-х годов. Такие крепежи делались в то время. Значит, замок, естественно, исправен. Вот, изделие в хорошем состоянии. Что можно еще добавить? По весу 130 граммов. В объявлении я размещу фотографию изделия на весах, где виден вес. Вот, короче говоря, вот такие дела. Можете у меня его приобрести. Еще раз я показываю более детально. Веду камеру медленно. Вот левая сторона. Спасибо за внимание.